1911 год. 14 июля с римского железнодорожного вокзала в поездку, устраненную фирмой Санетти для богатых итальянцев, вышел прогулочный поезд. По пути трехвагонный состав и 106 его пассажиров исчезли при въезде в туннель. В октябре 1943 года в США в обстановке особой секретности на эсминце «Элдридж» проводился не имевший аналогов в истории эксперимент «Филадельфия» по созданию невидимого для радаров противника военного корабля. В результате создания вокруг корабля очень сильного магнитного поля судно якобы исчезло, а затем мгновенно переместилось в пространстве на несколько десятков километров. Из всего экипажа назад вернулись невредимыми всего лишь 21 человек. 27 человек в буквальном смысле срослись с конструкцией корабля, 13 умерли от ожогов, облучения, поражения электрическим током и страха. В 1945 году вечером 5 декабря в районе Бермудского треугольника исчезли 6 самолетов. В 1947 году, 7 июля, в Магдалене, штат Нью-Мехико, США, потерпел катастрофу неизвестный летательный аппарат. Среди обломков были якобы найдены 6 трупов существ, похожих на человека. На фото, предположительно, один из гуманоидов, погибших при крушении НЛО в Розуэлле. 1956 год. В августе на британской авиабазе за истребителем в течение 20 минут гонялся НЛО, после чего растворился в воздухе. На фото предположительно НЛО, США, Калифорния, 1957 год.